Друзья мои, я нахожусь в Сарпе. Встречаю своего любимого мужа. Ну, приехала я рано, поэтому я хочу сейчас посмотреть ситуацию. Как там, пусто, не пусто. В общем, посмотрю все, потому что нам же возвращаться через 2-3 недели. А еще у меня такая новость. Сейчас позвоню, мой сыночек завтра тоже прилетает. Какие новости? Оставайтесь на связи. Ну, смотрите. Сейчас сколько время? Сейчас я вам скажу, который час. 1:30. Покажу море, естественно. В общем, не так уж и переполнено. Вот смотрите, в это время. Но в чем суть-то? Не всегда же автобусы в это время. Нам надо пораньше. Пораньше всегда очень много. Надеюсь, что мой муж быстро выйдет. Сейчас покажу вам морюшко, границу и вернусь к нему. Так, мои дорогие, смотрите, какой здесь пляж. Я помню, тоже ездила. А вот там уже Турция. Вот там Турция. Буду встречать моего любимого. А вообще-то там очередь или нет? Нет, 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 очереди нет. Мне это нравится. Вижу Ашкыма своего, но никак он не пройдет эту очередь. Так долго. Ну да, видно, уставший весь с потелом. С нашей стороны не так жарко, как там. Наконец-то мой Ашкым идет. Тащит. Ротаки. Ашкым мой кушает домашнюю еду. Ашкым, селям батум дан сойле. Ашкытом душ принял. А что так темно? Так, что я ему приготовила? Смотрите, плов, соте, чорба. Блендеры не могли собрать, представляете? В общем, мы решили выпить пивка. Сейчас, пока мы одни, подарки смотрим. Приятного аппетита нам! Показываю мужу набережную. Здесь весело у нас, так классно. Мы вместе. Посмотрите, как весело. Один ресторан, второй ресторан. Ух, это корабль, я вам что говорила. Ашкым, Геляшкым. Танцуют все. А, как весело. Завтра начинается фестиваль. Лето начинается, называется. Пришло лето. И тут музыка, готовят всю площадь, здесь будут разные празднества. Посмотрите, как красиво вокруг, друзья мои. Я даже потанцевала. Но людей не так много, но завтра будет много. Идем на Али и Нину, если они работают. А, работают. Куда мы пришли с мужем? Смотрите, как они медленно. А, Гёрдун Машкин? Шимды бак. Сейчас я вам покажу уникальные кадры. Алинино. Красота. Сейчас они воссоединятся. Поцелуются. Ашкым, бак, Ашкым. Видеочек, видео. Красота, вы видите? Все.
вошли и вышли друг из друга. Красота. Вы видите? Любовь. Что значит любовь? Обалдеть. Всем привет, мои дорогие. Мы находимся в сказке. Мой муж в шоке. Столько пива, разнообразия. Вот это стоит всем чем-то. Так что вот мы гуляем. Пришли отовариться. 6 лари. Ой, блин, такое все дорогое. Шампанское, допустим, 15 лари, это 100 с чем-то. Ракы? Ашкам, все дьюти фри, а гермеден? Гермеден. Неден? Ама бак, неден бакмаден, бен... Бен гирдим. Парфюм бактым некадар. Такие цены здесь на вино. Шарапашким ерми. Ракы йок, ашким качвар. Бак отуз беш. Глаза разбежали своего мужа. Смотрите на его глаза. Обошли с мужем Карфур, посмотрели цены. И знаете, что нашли? Очень выгодно пиво. Вот этот бокал стоит 2 лиры. 2 лиры. Ой, 2 лари. Посмотрите, купили 5 литров, потому что мой сын приехал. Сегодня у нас будет встреча. Купили мясо. Мясо купили. Сейчас, минуточку, телефон звонит. О, будем сегодня... Он попросил картошку жареную с луком, с мясом. А, попросила соленые огурцы, помидоры. Больше ничего. И вот взяли пиво. Здесь 5 литров, 14 лари. Очень выгодно покупать. Сели с Ашкемом, кайфуют. Ашкем, батум, севендин, батум, да? Ну, Ашкем. Счастливый такой. Мутлум, сыночкин. Чок мутлум. Афи досу. Вот так мы очень, очень. Вот почему я так спешила сделать свои дела все. Только зубы остались. И в понедельник с Ашкемом идем к зубному. Друзья мои, посмотрите, кто неожиданно пришел. Ну, мой сыночек и моя бабулечка. Вы все в сборе. И Ашкимчик, и Демушка. Демушка, где? А где Мари? Мари. Приехал мой сыночек. А мне такой подарочек сыночек подарил. Всем добрый вечер, мои дорогие. У нас с мужем такой активный, насыщенный день. Где мы только не были, с кем мы только не встретились. Вы видели, мой сыночек пришел, но он отсыпается, высыпается. Завтра мы с ним продолжим. Мы пришли на набережную, как и обещали вам. Сегодня начался фестиваль. Посмотрим, чем он интересен. Оставайтесь с нами. Ярмарка. Много блогеров снимают. Детей оставили дома, с ними тоже погуляли. Купили кое-что. Закупились продуктами, отдохнули, поужинали и вперед. Очень интересно. Смотрите, как красиво. Пиво, пиво. Let's go.
интересно. Там дальше концерт. А, здесь фотографироваться и... Вот моя Маруся, Мари. Камушки нашла. Мы с моей внучечкой на море. Не то, что на море, а вышли просто пройтись и решили посмотреть, когда начнется у нас сезон. Смотрю, что... Смотрите, как маленьких таких малюсеньких купают уже, загорают. Все с маленькими детками. Но холодно, друзья, ветер холодный. Вот они пытаются как-то зайти, волны такие. Видите? Воскресенье. Ой, солнышко выходит, заходит. Вот такие вот дела. Вчера мы с мужем находили очень много километров, где-то 20 тысяч. Погода была, дождик пошел. Мы когда зашли в одну кафешку, потом вышли из нее, через 20 минут уже дождик прошел. И мы так хорошо с ним прошлись. По набережной. Пришли домой, все спят. И мы легли. Ну вот тянет меня душа, нет, чтобы отдыхать, да, воскресенье. А тянет душа, тянет. Столько воспоминаний, столько приятных событий. Видите, море здесь тоже черное, грязное. Грязь тоже идет. Это обычная история для всех видов моря. Среднеземное. Черная, мраморная, эгейская и так далее. Иди сюда, как я боюсь, что ее намочит волна. Ставьте лайки, подпишись на мой канал. Не забудь нажать на колокольчик и поделиться моим каналом с вашими друзьями и близкими. Всех вас люблю и ценю. С вами Светлана Ата.